Жилой комплекс «Відпочинок» возводится на улице отдыха в Святошинском районе Киева, на территории древнего Скарбового леса. Авторы проекта постарались максимально сохранить существующую экосистему, потому дома комплекса построены между 20-метровыми соснами. Реализует проект компания «Столица Групп». Проект комплекса предполагает строительство на закрытой и охраняемой территории 11 жилых домов и необходимых объектов инфраструктуры. Строительство осуществляется в три очереди, две из которых введены в эксплуатацию и заселены в 2013-2014 годах. Четыре дома третьей очереди планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году. Здание комплекса строится по монолитно-каркасной технологии. В квартирах предусмотрены большие панорамные окна и удобные балконы. В домах третьей очереди предусмотрено остекление. Между зданиями оборудованы места для парковки автомобилей, прогулочные аллеи, места для отдыха жильцов, несколько современных, просторных детских игровых площадок. Кроме того, в жилом комплексе предусмотрено два наземных паркинга для автомобилей, велосипедные и роликовые дорожки, спортивные площадки, фонтаны и бюветы. Входные группы парадных просторные и удобные, оборудованы специальными системами контроля доступа. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения. В них уже действует продовольственный мини-маркет и офис туристической компании. На въезде в комплекс находится пункт охраны. Комплекс расположен в 15-20 минутах ходьбы от станции метро Житомирская, рядом с которой находится торговый центр и небольшой рынок, аптеки, кафе и рестораны, курсы иностранных языков, парикмахерская, школа и остановка наземного общественного транспорта. Відпочинок по праву считается одним из самых экологичных и удобных для проживания жилых комплексов Киева.